А всем привет, это канал Live Gaming Cruz, и сейчас мы прикалываемся о Guts and Glory. Начнем с первых, самых интересных треков. Поедем на таком драндуле с ружьем. Блядь, пацаны, а как дела? Как все плохо. Так, ладно. Это охотник-неудачник какой-то. Так я ищу косулю. Пацаны, косулю не видели? Ничего тебе как заворачивает, а чё? Куда ты? Почему ты так прыгаешь, охотник? Ещё главное управление такое. Давай чуть-чуть повернем. А что вы здесь делаете? Понятно. Ладно, погоняем. Блин. Что ж тебя так крутит? Ну, хотя бы ты выжил. О, забрались на какую-то... О! А давай подкатим яйца вот этой вот женщине. Здравствуйте, я тут местный... Местный охотник, а куда вы подевались? О, бедолага, так. Нам главное выехать отсюда. Не хочет она со мной на свидание ходить. Ну и хер с тобой. Вот ты одна будешь жить теперь до конца своих дней. Столб. Летающий дроволет. О, здравствуйте, я в полном рассвете сил, парень. А эти яйца тоже, по-моему, подкатывали к моей новой девушке, вы чего на себя врезаешься? Привет! А вы не подскажете? Смотри, у них первое свидание, по-моему. Давай я помогу тебе быть с ней вместе, чувак. Ты какой у меня есть дроволет прекрасный, блядь. О, не туда ты упал. Давай пододвиньте чуть. Вот так вот. Чтоб вы были вместе. Да не, мужик. Уже какие-то суки у него вошли. А так, где мы еще не были? Мужик, а что тебя остановило-то так? А почему... Че дедок пидорасит-то? Ой-ой-ой! Что там происходит? Фу, как вообще на такой можете смотреть? Так, а где там моя дева? А вот баба! Вот она моя баба! Это не моя баба, но это парень. А я почему-то весь запаскался в чем красном. Ладно, поехали. А куда надо, кстати, ехать? Главное выжить. Да, мы выжили. Так, начать сначала. Давай заценим машину семейную точилу. О, там еще какая-то точила. А кто вот на это точили приехал? О, здесь. А че у нас так? Это был наш фургончик для... Привет. Ничего себе, какие тормозя. А кто приехал на этом форде? Ну да ладно. И мне еще вот интересно, что это за дорога такая? Идет в никуда почему-то. Кстати, проверим, что там. В самом конце 91 километр в час я лечу. Багажник в минус. А интересно, есть конец карты? Да, конечно, есть. Вот он. Дроволет. Понятно. Это парк развлечений. Здравствуйте.
парень, извини, походу сегодня у твоей семьи неудачный день. Что ж такое-то? А давай вон ту девушку подбросить. А вас до куда? Вас до лунки подбросить? Вот до этой. Ой, притормозили. Первое свидание, да, мапа? Что ты прицепился ко мне? У тебя там девушка есть. Вот она. Прикольный чел прицепился к нам такой без палева, говорит, покатайте, говорит, на халяву. Ой-ой-ой. Чем опасно ездить без подушек безопасности? В принципе, вот именно поэтому небезопасно ездить. Дроволёт! Я тормозил, кстати, все выжили. Жесть. Так, пацаны, привет. А чё вы здесь играли? А в баскетбол, что ли? Не бояться чего-то. Чел сказал нам. Полетели. Я жопой снес дотэтать. Мадам, а как дела? А вас не подвезти ли? Самое прикольное, это прыгает херотень. А там конец карты, мы помним, он идет никуда. Разгоняемся и машем. О-о-о, полетел. Слушай, самая фишка-то. А это летает, смотри. О-о-о, кто там у нас выпал? Ну ладно, водила за рулем, значит, все можно. А, первое свидание, мы помним. Чему-то упало с Рожмадом. Тоже упал. Девушка, что с тобой? Вы сейчас выпадете. Ну я же говорил, что вы выпадете. Дроволет. Понятно, мы приехали даже в этой машине с таким за дроволетом. Так, а давай попробуем следующую трассу. У нас только велосипедик есть. Респаун и все такое. Давай осмотримся, что здесь у нас. Здесь просто здание в никуда. Блин, что такое-то? Неуправляемый папаня. Чей, кстати, Форд Мустанг? Эй, ты явно не мой. Все хорошо. Джимми! Ты опять перевернул велик. Давай все-таки поедем. Эти ступеньки прям напрягают. А чё такая медленная скорость с этого дроволета? Всё. Четверо. Какулю. Она вообще пустит? Ладно, заново начнем. Все понятно. Там, короче, случился разрыв жопы, короче, у программы. А давай зайдем вот в этот дом. Что там интересно? Блин, кусок дебила. Ничего тут нет. В доме ничего не было. Но разрыв жопы мне понравился почему-то. Так. А мы едем в парк, мы как нормальная семья едем отдыхать. Эй! А это мы типа на разные точки подъезжаем. Я поеду на козле. Я мега крутой папаня, я могу ехать на козле. Разгонись уже давай. Папандополос. Так это гонка все-таки или что? Давай. О май гад, бот. Что? Что за хрень? В меня стреляет дроволет. А точнее, сыночка. В шопу главное.
А, жесть. Дроволет прибил моего сына и меня. А это, по-моему, дядька, это тот. А давай сделаем ему такое подставу убийца, так называем. Чтобы его прибило самого. Ах ты ж. А. Бедолаговая. Так, ладно, понятно. Меня не убило, значит, я буду жить. А, круто, да? Давай, поехали. А вон там садовница, там была же садовница, да? Хей, дроволет! Вау! Я не доехал чуть-чуть. Совсем капельку не доехал с этим херовастым челом, который у меня тут за спиной. Я так и задумано было, я объехал. О, привет. Чё ты тут задумал? А, понятно. А чё так далеко меня вдруг это восстановили? Лежать? Хоп! Лежать! Лежать, я сказал. Ууу, Лео! Блин, как бы лучше бы разгонялся бы ты чё? А, я могу разгоняться, смотри. 31 километр в максимуме. Кто тут горок понаставил? Почему мы так едем? Все уже восстанавливаю. Свой дроволет. Так, а поедем все-таки на ту горку, где мамаша пытается заставить спрыгнуть сыночка. А мы сделаем эпически. А эпически это вот так. Так, ну давай. Так, я достиг, кстати. А как сделать так, чтобы его скинуло? Я хочу помочь парню. Походу не получится. Ладно, хер с тобой. Поехали вон к тем дровосекам. Хай, по ногам! Так, новая трасса. А велосипедистам не так весело играть, если честно, как другой херотней. Ладно, поехали, выживем. Эй! Смотри, что они делают, они издеваются. Ооо, расфигачило, чувак. А давай, знаешь что, а попробуем выжить в этом бешеном доме, будем гонять, я не знаю, по кругу, пока они друг друга не расфигачат. Давай так. Раз так, и в дерево. Понятно, мы так не выживем. Так, давай тогда разгонимся. Опасный момент. Она все равно расфигачивает. Короче, определенное количество стрел у нас есть, пока нам забьют жопу, и мы будем живы. Я защищу тебя, Джимми. Джимми, ты будешь жить. Понятно. Прыгать через одно. Ай-ай-ай-ай-ай. Подожди, а там что было такое? Что это такое? Трамплин. А давай попробуем загнаться на трамплине. Ну реально. Так, а что там? А там съезд трамплина. А мы... А это мины, что ли, были, или что? Смотри, я ни по одной не проехал. Косяк, папаня. По-моему, это мины. Фиолетовая хрень. Через дерево проехали. Так. А, мы так и должны были ехать. Просто я тупанул и поехал раньше. Ля-ля-ля-ля-ля. А у нас тут мины, мы помним, будем. Хера себе. Расфигачи только в путь. Ам-дам-дам-дам-дам-дам. Фонтан, который мы никогда не проедем. И разворот на 180. Чё за фигня? А, на мины опять, сгоняйка.
Так, на всякий случай, просто сгоняй на мины. А вдруг тебе дутрую жопу еще поджарить чуть-чуть. А что? О, смотри, сын, какая опасность тут у нас. Опа! Игра самой смерти. Понятно. Лузер. Ой. Куча дроволетов. Да, мы сделали это с тобой. Дроволеты даже не спаслись. Так, следующий трек. Ready to go, go. А еще кто-нибудь есть? Ладно, только Джимми Нейтрон у нас будет. Ё-моё! Подожди. Херам! Подожди, я могу рулить. Без бабани. Привет, я рулю без бабани. Как вам такое? Так, Yellow Button. Оп. Оп. Понятно. Уклонение. Уклонение. Подожди, а что там нам... Я, кстати, приезжал в эту точку. А, вот так надо было сделать. А кто хочет еще со мной прокатиться, пацаны? Там веселый аттракцион. Не хотите? А, что ж ты меня заколбасило-то так? Опа! А я проехал! Подожди. А это что такое было? Это был волшебный шарик. Понятно. Поехали дальше. Еще один гамма-секус, дрова-секус. Объезжаем спокойненько. Так. А у нас тут бензопила какая-то летает. Фух, прям. Привет! А, привет, гомики. Вы меня ждали? А вот и я. Next stress. А сейчас что-то будет веселое, походу. Давай, все-таки Джона и Джимми возьмем. Ням-ням-ням-ням-ням. Прикольно, смотри, мы даже на козла встали. Уи! О, я сделал разворот! Уи! Подожди, а как сюда? Ты чё упал-то? Ты лошок, что ли? Или ты петушок? Уи! Как тебя растарабанило? Ускорение. Мать учения. Уи! О! Я, кстати, почти сделал этот флип. Или как он там? Ладно. Полет. Полет Венеры. Волосатим. Ага. Понятно. Значит, мы все равно это должны проехать. Хач. Не-не-не. Эх, бедный сынок. Как тебя колбасит? Это тебя за что? За шею, что ли, папаня закрепил? Херати, тебя тут. Колбасня происходит. Уа! Я мог сделать нере. Его аж расфигачило по полной программе. Уа! Да, я сделал это. Я так и знал, что я здесь смогу это сделать. Сынок, не ссы! Сейчас заново поедем. Пока я жив, можем заново ездить. Так, разгоняемся. Разгоняемся и машем. Вау! Ой, извини, сын, дальше без тебя я буду делать рекорды, поэтому тебе не достанется никакой медаль. Так, 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 так. Кроп. Он все равно ушатался, но мы сделали это. Че у нас? Happy Day. Happy day, happy day, happy day, 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 day. О, опять только Джонни. Да чё за фигня? Одни Джонни. Привет, чуваки. А, а, а,
что это было? А, ну понятно. Уедем отсюда. А я уеду жить в Лондон. А почему там так много мин? Это же мины, да? А, это тюльпаны розочки. А я думал, это просто мины. Ладно, поехали дальше. Так. По этому шоссе ездить опасно. Так нахер. Слов моды. Ящик что-то закрылся. Так, понятненько. Проехали. Летающая мишень. Ага, я выжил. Ааа, как меня расфигачило-то. Следующий трек. Old Cabin Hill. Отлично. Размажьте, если хотите. Подожди, давай заедем внутрь. Я хочу в домик свой заехать. Господи, как так-то? Ты сдох на ровном месте. 500 метров? Охуеть, 500 метров. А я вообще правильной дорогой еду? Я пытаюсь сократить. Он какой-то дроволёт, кстати, помню. Прям в жбан попал моему другу. Ё-моё. Вот это я дроволёт. Я выжил, я реально выжил. До следующей точки всего 300 метров, а я уже выжил. Ускорение, мать его. А, оно копится. Чем больше я прыгаю, тем больше у меня копится ускорение. Давай внутрь поедем. Блин, по мне опять стреляют эти гомосеки. А, прям в шею. Я не доехал, кстати. Так, а тактика была верная, мы объедем все это поверху, чтобы дроволеты нас не пристрелили. Ну, кроме одного вон того. Прямо опасность, если честно, из него извергает. Мимо. А я буду уклоняться, точно. Ах, ну. Эть, прям спину, гад. Ах, как дела, сынок? Джимми, Нейтрон, как у тебя дела? Прям спину ему нафигачить. Не получилось. Ладно, поедем по-простому. О, кто такой? Давай до свидания. Не получилось. Я знаю, это моя мечта. Я всегда об этом мечтал. Так, а я же мог запрыгнуть даже на, не знаю, на крышу дома моего, которая уехала давно. Ладно, поедем так, всего 25 километров все-таки осталось. Так, а если мы доедем до той, то будет вообще супер. Ландыши какие-то. Мне, кстати, в жопу, по-моему, воткнули стрелы. Разгоняемся. А это просто конец. Привет, Джимми, ты мой новый напарник. Следующий трек. Пушки. Реально пушки. То будет интересно. Джимми, поехали. Так, а мы тут ничего не подозревающие такие челы. Главное, чтобы нас не ушатали сразу же. Заборы. Что ж ты не проехал-то, забор? Самое легкое, по-моему, это забор проехать. Дай. А, тут. Вау! Разгоняемся! Уи! Бог! Я ящики разрушил.
Все, как дела, малыш? Я с тобой. Опа! Гандов стайл какой-то. А она по мне стреляет, интересно? Или она просто так стреляет? Давай проверим. Мимо. Ой! О! Так, а где еще наши пушки? Ладно, поедем так. Блин, они повсюду эти мячики стреляют. Разгоняемся. Мины! Мимо. Мимо мины. Я красавчик. Кто красавчик? Я красавчик. Немножко не доехали. Следующий трек. Взрывоопасная мечеть. Ready to go, go. Так, а у нас тут повсюду мины. Ну, я знал, что я там не доеду, честно. А подожди, а мы можем назад же поехать? Понятно. Давай разгонимся и... Нестандартный подход! Понятно. Как так-то? Бах! Вообще разнесло все в хлочья. О, да. Чё ж его так колбасит-то? О, май! Он жив! Он, кстати, жив был до сих пор. Кстати, это не я сделал, это бомба сделала. Это какая-то подстава была, кстати. Так, подожди, я... Да все хорошо, не стреляйте. Братва, не стреляйте в друг друга. Ах ты ж! Ты видел это? Это было что за жесть? Кусочек туловища лишь остался. Так как я управляю, я знал, что я так взорвусь, так как я управлять не мог. Так, отлично, нам расчистили немножко дорожку. Где моя нога? Не доехал, все ясно. А я чувствую, нам нужно включать медленный мод. Джинни нейтроны пристрелили. Так, медленный мод. Немножко загазулю. В спину, гады. Они мне в спину ушатали. Бедолага. Ага, еще все плохо. Ладно, поехали. Мы должны пройти это с тобой. Понятно, нельзя падать. Так, медленность. Включаем медленность. Я должен как-то, я не знаю, уворачиваться от всего этого. В спину. Спину дышат мне, ребята. Медленность. Разгон. Стрелять будет в спину. Мимо. Медленность. О! А я же доехал. Что вам еще надо? Понятно, они не хотят на меня пускать. Все хорошо. Спину! Спину будет стрельба. И еще не раз. Наклоняемся. Раз, два. А я, кстати, доехал. Просто меня свернул. Давай.
Ну... Не-не-не, мы должны это добить. В спину. Не взорвалось хорошо, взорвалось плохо. Опять буду стрелять в спину. Все нормально, парень отразил. Так, а мне нужно вот только вот так вот, хоп. А, да, я сделал это, я добился чекпоинта. Не стреляет, это хорошо. А, защити меня, мой друг, маленький друг. Будет разрыв почек. Я предупреждал. Я предупреждал его, что будет разрыв почек. Он мне не поверил, кстати. Замедленный режим. Я сделал флип боковой. А я чувствую, без еще одного бокового флипа меня не отпустят, потому что это было очень круто. Прям нереально. Тормознутый момент. Оп! Вот так вот. Выживи.